Под этими коробками скрываются сумки украинских знаменитостей. Ты будешь брать сумку, смотреть содержимое и думать, кому же она принадлежит. Поехали! Первое. Так. Ой. Смотрим. Ой, ой, не зоря, зірка запалала. Конечно, я знаю, це Тоні Матвієнка або Ніни Матвієнка. Конечно. Серьезно? Да, конечно. Что здесь у нее? Что она? А разве удобно по сумкам лазить? Конечно. Да, ну давай. Это ее букетик, наверное. Букетик. Да? Ты можешь, кстати, подарить кому-то из зала букетик. Я хочу тебе подарить. А ты так, сделай так. А мы классная пара, да, такая? Да? Да. Поняли, да? Ты готов? Да. Опять украинская? А, не. Это этно, этнический стиль. Так, этно, этно. О, ну все, я знаю, кто. Сра. Бу, эй-эй! Эй-эй! Дика! Только надо не так. Ура! Эй-эй-эй! 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 Кто это? Сердика Руслана! Угадал? Да, конечно. Лови! Открываем? Оп! Оп. И ничего. Или я что-то не вижу? Здесь просто должна была быть сумка Ани Лорак, но ее запретили показывать. Куда ж? Поэтому поехали дальше. Потому что дальше вот это. Так, чья-то молодежная такая сумка. И два паспорта тут. А ну-ка. Кто там? Все понятно. Ну, тут подсказка уже, друзья. Раз. Это Дорофеева. Два. Это Позитив. Дорофеева, Позитив. Моя любимая группа «Время и стекло». Так чей это рюкзак, Дим? Ну, конечно же, это рюкзак или Дорофеевой, или Позитива. Да Потапа рюкзак, конечно. Ну? Не, слушай, молодец, я не догадался, что это правильно. Это ж Потап у них забрал паспорта. Потап это еще тот, знаете? Это, я бы сказал, ну ладно, неважно. Дальше. А можно я паспорта с собой возьму? Да, конечно. Тебе можно все, Дим. Так, смотрим дальше. Ты завелся, да. Так. Новая сумма, ну не новая. Так. Что это? Это не моя. Что это? А, подожди. Подожди, подожди. Это какая-то фанатка? Это моя. Андрей! Подождите! Андрей, убери! Ребята, подождите! Андрей, убери сумку! Подождите, покажи, что там. Ну ничего. Вот же самое главное. Вот, все. И мои планы на вечер. Гриппа, а что ты не взяла меня ведущим вторым? С тобой бы работали. Ты просто оставайся. Давайте голосовать. Кто за? Дело в том, что здесь... Этих уволим. Эту директор, поменяем. Да? Вот так вот быстро, да? Шучу, никакой дружбы в шоу-бизнесе.